80 институций из России и стран ближнего зарубежья, всего почти 200 участников. Все они приехали в Самару на первый слет творческих организаций. Среди представителей современного искусства и художники в широком смысле этого слова, и продюсеры. Все они мечтают быть замеченными публикой, как в своем регионе, в своей стране, так и за рубежом. Мы уже договорились на какие-то вылазки, чтобы куда-то поехать, посмотреть, увидеть, что у кого происходит. В той же Самаре мы много увидели здесь, не только вот государственные музеи. Нам также представили тот арт-комьюнити, именно современного искусства, андерграундного даже, который для нас был очень интересным. В прошлом году из-за эпид-обстановки слет прошел в онлайн-формате. Сейчас местом встречи стала Самара. В течение нескольких дней для участников проходили лекции, воркшопы и дискуссии на крупных площадках города. В результате культурного обмена самарские творцы поедут покорять искушенную публику в другие регионы и страны. А к нам приедут гастролеры, среди них и художник из Воронежа Ян Посадский. Меня пригласили и, собственно, сделать работу в Самаре, потому что для меня этот город имеет особый интерес, в нем такой особый дух. И здесь мне интересно бывать, и хочется бывать здесь чаще. И не просто так, а с интересными проектами, которые действительно понравятся самарцам. Мне очень важно, чтобы в уличном искусстве не было вот этого вот эксцентричного выкрика. Это все должно очень гармонично быть вписано в городскую ткань и развивать ее, то есть гуманизировать. Профессионалы в области современного искусства обсудили также, как привлечь спонсоров для реализации проектов, выстроить отношения внутри коллектива и как реализовать творческие начинания. Самара в этих вопросах вышла на лидирующие позиции в стране и стала одной из региональных столиц современного искусства наравне с Екатеринбургом и Нижним Новгородом, отмечают эксперты. Здесь, в Самаре, достаточно развитый культурный ландшафт изначально, и в ДНК города буквально вшито современное искусство и культура. Достаточно очень интересные происходят выставки, очень интересные художники. Мы сходили в мастерские художников. И хочется, чтобы наш слет Институции современного искусства также благотворно повлиял на развитие здесь различных художественных процессов. Инициатором проведения форума стали областные власти. В итоге при их поддержке планируется реализовать новые творческие идеи. Сейчас уже у нас наступает старт проекта «Самара Граунд» в ближайшее время. Это проект, который объединит в себе большое количество художников со всего мира. Он в этом году будет и в Самаре, и в Тольятти. И этот проект удивит действительно публику мировую. Мы постарались сделать так. Чтобы популяризировать современное искусство, участники слета решили создать тематические журналы, как в бумажном, так и в цифровом формате, а также повышать собственную медийность. Ведь только так можно будет приобщить к современной культуре больше зрителей, а художникам почувствовать себя востребованными и нужными обществу. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.